Ребята, это вот так. Авокадо, красная рыбка, яйцо, супер. Как вам вообще такой вариант приготовления? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Всем привет! Вы на канале «Прошу к столу». Сегодня мы с вами приготовим яйца пашот и сделаем оригинальную подачу. Для этого мне понадобится рукав для запекания. Я разрезала на небольшие квадратики. И теперь нужно смазать растительным маслом. Пленку растительным маслом промазываем хорошо, для того, чтобы яйца не прилипли. Пленку кладу в стакан. Можно кружечку маленькую взять, как вам удобно будет. И аккуратно разбиваю яйцо, чтобы не повредить желток. Из пакета для запекания вырезала тоненькие веревочки и завязываю пакет. Вот такие вот у нас получились симпатичные мешочки. Яйца теперь нужно сварить. Конечно, можно так держать над кастрюлей в воде и варить, но мы сделаем все гораздо проще. Я беру такие шпажки и аккуратно протыкаю пленку. Теперь кладем яйца варить в кипящую уже воду. И обязательно берите кастрюльку повыше, так, чтобы яйца ни в коем случае не касались дна. Варим яйца 3-4 минуты, в зависимости от размера яиц. Пока яйца варятся, быстренько подготовим авокадо. Авокадо, конечно, помыла. И теперь нужно вытащить из кожуры. Если вы еще не подписались к нашему каналу, обязательно подписывайтесь. Готовьте с нами быстро, вкусно и просто. Теперь добавляю рикотта. Можно также добавить крем-сыр. Немного лимонного сока. И соль. И теперь надо это все хорошо размять. Поджарю еще из хлебушка тосты. В небольшие стаканчики выкладываю красную рыбу, порезанную тоненько на слайсы. Теперь из тостов при помощи стакана врезаю кружочки. Яйца сварились. Теперь аккуратно нужно разрезать мешочек и вытащить яйцо. И кладем яйцо сразу в рыбку. Получилась интересная и красивая форма у яиц. Теперь я сюда кладу авокадо. Авокадо вот так ровненько, аккуратно выравниваю. Закрываю лепесточки рыбки. И кладу сверху поджаренные тосты. Переворачиваем креманки на блюдо, на котором будем подавать, и посыпаем сверху свежей зеленью. Ну что, давайте скорее попробуем, что получилось. Я, конечно, знаю, что получилось очень вкусно. Ребята, это вот так. Авокадо, красная рыбка, яйцо, супер. Как вам вообще такой вариант приготовления? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Если вы еще не подписались к нашему каналу, обязательно подписывайтесь. Готовьте с нами быстро, вкусно и просто. Прошу к столу и приятного вам аппетита!